Друзі, вітання усім, хто разом з нами. Ми на YouTube-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік, і спасибі величезне, що ви зацікавлені нашою роботою, що ви долучилися до нашої розмови, тому що гість цікавий. Ми будемо спілкуватися з Андрієм Санніковим. Це білоруський політичний та громадський діяч, координатор громадської кампанії «Європейська Білорусь». Андрій Олегович, здравствуйте, рад вас привітати. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. То українською чи російською мовою, як зручніше? Я нормально з українською, давайте. А, супер. Добре, в такому разі я пропоную почати от з чого. Значить, пул первого повідомив про те, що Лукашенко анонсував нову зустріч із Путіним. Вчора прес-секретар Путіна Пісков сказав про те, що точну дату зустрічі ще не визначили. Скажіть, будь ласка, чого нам взагалі очікувати? Тому що кожна зустріч Путіна і Лукашенка супроводжується тим, що Путін вмовляє Лукашенка вступити у війну. Мається на увазі фізично з білоруською армією. Чого варто очікувати від цієї зустрічі? Я би взагалі не став ожидати, я би відносився до Лукашенка як повноцінному учаснику агресії і соответствующим образом себе вел. Я так розумію, що воєнні уже так и относятся, они рассматривают разные варианты вхождения российских войск или совместных войск с территории Беларуси снова. Самая большая опасность, конечно, это киевское направление, потому что, ну, вы смотрите, какая истерия, с одной стороны, в России, да, с одной стороны, дикие совершенно потери, они плюют на это и нагнетают военную истерию все больше и больше. Я имею в виду те публичные фигуры, начиная с главного преступника Путина. Поэтому, да, наверное, будет продолжаться обсуждение вариантов вхождения на территорию Украины. Но еще и, как вот высказал недавно известный достаточно историк Юрий Фельштинский, я знаю, что он у вас публикуется, достаточно популярен, и автор книги «Третья мировая война», которая выходит в Украине постоянно, его книги я имею в виду, так он сказал, что вот может быть ядерный удар нанесен с территории Беларуси. Это вот в характере такой подлой политики России, не с территории России, а с территории Беларуси какие-то действия совершать для того, чтобы сказать, что ну это не мы, да, мы знаем это. Поэтому ожидать ничего хорошего не стоит. Мы это знаем. Ожидать очередных гадостей стоит, это мы тоже знаем. Но относиться надо как к тому, что идет агрессия России, в которой полностью участвует режим Лукашенко. Скажи, будь ласка, от с приводу ядерного удару. Мы знаем про то, что Лукашенко много раз и в интервью иноземным журналистам, и уже постфактум, тогда, когда война началась, сказал про то, что ну, мы договорились с Россией, модернізувати літаки з тим, аби вони несли ядерний боєзаряд. Я так розумію, що їм це зробити вдалося. Це сигнал Заходу радше, що вони готові застосувати ядерку, чи сигнал Україні? Ну, тут сигнал і Україні, і Западу, але Лукашенко не приймає ніяких рішень взагалі, в частності по ядерному оружию. В Беларуси нет ядерного оружия. Я как раз занимался тем, что мы вместе с Украиной работали над выводом ядерного оружия и получением гарантий. Ну, посмотрите, какие гарантии по Будапештскому меморандуму мы получили. До сих пор, в общем-то, непонятно, как могли такие государства, как Соединенные Штаты, Англия, Франция, вот так вот бумажку просто выкинуть нам в лицо и сказать, ничего, наши гарантии не стоят. Об этом стоит напоминать им. Они сейчас поддерживают Украину, да, это правильно, но то, что они могли реагировать уже в 2014 году, об этом не следует забывать. Так вот, ни он не принимает решений и не будет принимать решений. То, что он грозит, значит, это действительно обговаривалось с Путиным. И действительно, эти самолеты, наверное, модернизированы для того, чтобы нести ядерное оружие. Но ядерное оружие полностью находится под контролем России. Вот об этом не надо забывать. То есть любые
движения с ядерным оружием могут быть только санкционированы Россией или получен быть прямой приказ из Кремля. И опять же, обслуживать ядерное оружие будут российские специалисты, российские военные. Андрій Олегович, а що зараз взагалі відбувається в Білорусі? Це правда, що ну в якійсь мірі там зростає паніка через повістки, через виклики, зокрема там на військові збори, через перепідготовку і так далі? Ну, безусловно, страх растет у людей. Здесь причина такая, здесь двоякая причина, не только сама мобилизация такая скрытая. Ну, в общем-то, надо привыкать к тому, что в Беларуси то, что говорится, и то, что делается, две разные вещи, я имею в виду со стороны Лукашенко. Если он говорит, что не будет мобилизации, это точно будет. Да, идет скрытая мобилизация, идет призыв резервистов. Вчера, значит, впервые признали то, что мы, власти, то, что мы давно знали, что на полигонах Беларуси обучаются вот эти мобики российские совместно с белорусскими, да, то есть, опять же, это ответ на вопрос, чего ждать от Лукашенко. Вот, а паника, почему я сказал двоякая, потому что в армии сегодня служат и тех, кого сегодня пытаются призвать люди, которые вышли на протесты в 2020 году, и сказали, Лукашенко пошел вон. Причем совершенно однозначно сказали. И нужно было неимоверными репрессиями задушить такие протесты. Да, с помощью России, опять же, с помощью Путина. Тут, конечно, здесь еще и Лукашенко платит полную цену за то, что он удержал свою власть. И вот сегодня призывать людей, которые ненавидят этот режим и персонально Лукашенко, и давать им оружие, это для Лукашенко самого опасно. Вот. Но, тем не менее, да, люди взволнованы, люди ищут каких-то выходов. Но я думаю, что вот это вот кипение, которое продолжается уже много лет, не только с 2020 года, там до 2020 закипало, в 2020 закипело, сейчас попробовали на котел на этот накинуть крышку репрессиями, да, но он взорвется. Он вот-вот взорвется. Поэтому паника также, не паника, а страх и поиски выхода также предупреждают нас, что нужно ждать взрыва, причем очень серьезного взрыва общественного в Беларуси. В каком разе он может статися, если Лукашенко отдаст наказ про вторжение? Я думаю, да, потому что, ну, во-первых, он там может быть много триггеров. Лукашенко сегодня фактически сделал территорию Беларуси мишенью для военных ударов со стороны Украины. Это легальный будет ответ на то, что на любое вторжение или массированные бомбардировки, которые происходят с территории Беларуси, но пока, видимо, командование, высшее командование военной Украины решает, что пока не стоит отвечать ударом на удар. Да? Но если это начнет приобретать такой массовый характер, если вот эти военные, недовоенные перейдут границы Украины, конечно, это будет поводом для легального удара по объектам, военным объектам на территории Беларуси и объектам, об этом тоже говорили украинские военные, и объектом государственного управления, то есть режимного управления, управления режимом. Вот. Может спровоцировать постоянное давление, которое уже просто сегодня люди не выдерживают. Вот происходили стихийные забастовки предпринимателей, которых просто, это давняя любовь в кавычках Лукашенко, он их называет вшивыми блохами, он всячески пытается избавиться от них, потому что любая свобода, предприниматель предполагает, прежде всего, свободное обращение в рыночных условиях, даже при отсутствии рынка, все-таки они ищут как раз рыночных связей, рыночных решений по своему бизнесу, вот, то это, конечно, вызывает ненависть, и их постоянно душат. И вот сейчас из-за налогов, из-за непомерных каких-то требований, они бастовали. Опять же, удалось их частично успокоить, но, понимаете, он кидается в одну и другую сторону,
пытаясь придушить. У нас аресты идут каждый день, у нас суды идут каждый день. Ни на день не прекращаются с 2020 года. Да? Это, конечно, страшная атмосфера, можете себе представить, с одной стороны. Но с другой стороны, это показатель, в каком страхе живет сам Лукашенко. Ему жертвы нужны каждый день, иначе он чувствует себя в опасности, причем серьезной опасности, раз он продолжает гоняться за пенсионерами, учителями, подростками, инвалидами и так далее, и сажать всех в тюрьмы. То есть триггеров, которые, спусковых крючков, которые могут спровоцировать взрыв, много. Можно так сравнить, что курок взведен, вот, общественных волнений в Беларуси, и в любой момент это может случиться. Я, коли готувався до нашої розмови, то наштовхнувся на статтю авторів «Білоруський Гаюн». І вони пишуть наступне. Я буду читати російською мовою, тому що стаття російською. Це до того, про що ви кажете. Значить, только за октябрь в Беларуси ввели уголовное наказание за повышение цен, арестовав 20 человек. Уже успели отменить, потребовали запретить перемещение рабочей силы. Отобрали у прихожан Красный Костел, один из символов Минска и белорусского католицизма. Отменили аккредитацию большинства частных школ, 90% учеников уже переведены в государственные. А также раздались дюжину сталинских сроков вплоть до 25 лет очередным политическим заключенным, количество которых уже измеряется тысячами, и чьи условия содержания сравнивают с концлагерем. Там далі йде про масштаб політичних репресій, про те, що навіть можуть арештувати за білоруську мову. Я навіть і таке читав, я не знаю, наскільки це відповідає, що правда, дійсності. Про те, що значить, коли ти співаєш пісні українських виконавців, за це одразу тебе затримують. Там був випадок, наприклад, з гуртом «Окаенерзі». За, значить, синю-жовту стрічку можуть затримати і так далі. А це все від страху Лукашенка? Чи від чого? Да. Конечно. Ну, во-первых, вот видите, это для вас удивительно. Ну, задержание за белорусский язык у нас идут с 90-х годов. Постоянно, то есть иногда они, в общем-то, носят какой-то репрессии, носят более мягкий характер, сейчас более жесткий, да. За то, что исполнила девушка песню «Океана Эльзы», ее арестовали, она до сих пор сидит. Более того, арестовали из владельца баров, возле которого происходило это вот представление музыкальное. Это так, но это дикий страх, потому что, ну, последние дни, да, мы знаем, как еще ничего нового история не выдумала, мы знаем, как диктаторы, начиная там с римских императоров Нерона, проводили последние дни свои в утехах, оргиях, жертвоприношениях и так далее, да. Ну, вот эти два старика, которые сейчас... Один в Кремле, другой в Минске. Вот, вот таким образом веселятся, в кавычках. Да? Но это страшно. На самом деле страшно. Я всегда не могу понять до конца, что... Ну вот сейчас-то уже понятно, где зло, которое несет трагедию Беларуси, Украине. Украине в первую очередь сегодня это человеческие жизни, то есть приносится в жертву. И НАТО, которое, в общем-то, обладает потенциалом очень быстро это зло приструнить, делает это дозированно, да, вот как бы поставляет там какое-то вооружение Украине, не то, что не по полному списку, и смотрит. А вот интересно, выживут украинцы с этим вооружением или нет? Потом опять, ах, выжили, ну, то надо тогда еще что-то поставить. Вместо того, чтобы там разблокировать ленд-лиз тот же, который до сих пор, я так понимаю, не идет. Вместо того, чтобы прекратить все эти дебаты и дебатировать только, насколько Россия сегодня угрожает всей Европе и всему миру. Да? То есть дебаты в Германии, они закончатся очень быстро, когда русские танки пойдут туда. Вот, вот об этом они должны говорить, а не о том, не производить какие-то бесчеловечные опыты над героями украинцами, да, которые действительно своими жизнями сегодня спасают весь мир. Да. Это не преувеличение, это мы знаем это, мы видим это. Мы, я говорю, мы – это белорусская оппозиция, ну, вообще люди в Беларуси. Вы это прекрасно видите на своих
на своей трагедии, на своих жертвах и на своем героизме. Поэтому мне вот это непонятно, да, когда вроде как бы мир изменился, но пытаются жить еще старыми понятиями, а может поговорить надо, с кем разговаривать. А, в общем-то, была антигитлеровская коалиция, они не разговаривали с Гитлером, они с ним воевали. Абсолютно. Пан Андрію, а от який рівень взагалі антиросійських настроїв у Білорусі? Невисокий. Нет, тут нет такого отторжения, потому что, ну, Бог миловал, пока война не идет на нашей земле с участием русских. Да? Войну ведет Лукашенко и его режим против народа Беларуси. Поэтому уровень такого отторжения России, уровень ненависти к России невысокий. К тому же все каналы российские работают в Беларуси активно. Ну, а мы знаем силу телевидения, особенно для людей, которые мало читали, мало чего видели. Вот они ж раз по телевизору сказали, значит, это правда. Им же не объяснишь, да, что есть такое понятие, как дезинформация, фейк-ньюс. Не-не-не. А вот мужчина в галстуке говорит нам, что русские хорошие, украинцы плохие. Ну, можно верить. Ну, есть такое, да. Но опять же, тоже невысокий уровень такого доверия. Просто люди думают прежде всего о том, о своей безопасности, о том, как вы правильно отметили ранее, что вот если придет война, что делать, если сыновей там заберут в армию, что делать, если там мужья пойдут, кинут в эту мясорубку, что делать. Да? Я думаю, это присутствует. Люди уезжают, конечно, не в таких масштабах, как в России. У нас отъезд все-таки связан с репрессиями. И вот он продолжается до сих пор, до последнего дня. Постоянно читаю, что я держался, но уже нельзя, потому что вызывают повестками в суд, а это значит, скорее всего, уголовное дело. И так далее. То есть вот такие вот у нас достаточно много таких прессов на население, на психологию населения, на просто бытовую жизнь, которая, ну вот, поддерживает достаточно высокий уровень тревоги в Беларуси. Лукашенко как раз оминає тему мобілізації, а коли у нього запитують, він каже про те, що в Білорусі мобілізація проводиться не буде. Але у засобах масової інформації все частіше обговорюється сценарій, коли мобілізацію оголосити можуть, але нібито не для того, щоб напасти на Україну, а захиститися від НАТО. Тому що тема того, що НАТО от-от і вже нападе на Білорусь, вона постійно мусолиться у ЗМІ. Наскільки висока вірогідність такого сценарію? Ну, я от ранее говорил, если говорит Лукашенко, что мобілізації не буде, значит будет, это 100%. Вона вже йде. Ну, вони видумують какие-то слова, проверка, например. Да, вот нам надо проверить, а потом человек получает повестку или без повестки там его приписывают куда-то. А, в общем-то, ну, он все равно будет выполнять приказы Путина по участию в войне против Украины. Вот. Он не самостоятельен в принятии решений. И, видимо, это уже было указание, что хочешь делать, но давай призывай людей тоже, чтобы вот мы объявили о создании этой группировки совместной. Это не новое, это прописано в их доктринах, путинская и лукашенковская, создание этой группировки. Но там в чем дело, понимаете, решение должен принимать какой-никакой, но их орган какой-то, высший совет и так далее. Да? Понятно, что это все декорации, но тем не менее формальности, даже формальности не были соблюдены. Ну так вот, для этой группировки, раз она совместная, значит понятно, что нужны будут и белорусские солдаты. Да? То есть вот такими нехитрыми такими, какими-то нехитрой ложью такой, которая видна, в общем-то, прикрывается на самом-то деле все больше и больше вовлечение, физическое вовлечение в войну. Щоб завершити цю тему, якщо можна коротко, в Головному управлінні розвідки України кажуть про те, що зараз, ну, військовий потенціал, який є в Білорусі,
і спільно з Росією, і Білорусі, і Росія, він недостатній для того, аби здійснити вторгнення. Він радше відволікає увагу Збройних сил України від інших напрямків, там, де зараз йде війна, там, де гаряча фаза війни. В якому випадку, в якому разі Лукашенко зміг би віддати наказ про вторгнення зі сторони Білорусі і, зокрема, участі білоруської армії? Це залежить виключно від Путіна, тому що він не самостійний. Чи він, зрештою, все одно боїться і тут він з ним торгується якимось чином? Ну, то повністю від Путіна. Тобто прямий приказ може віддати тільки Путін. Я думаю, що Путін поки його не віддає, тому що показати, що от є такий союзник у Росії на фоні того, що вже нікого не залишилось. Ви ж пам'ятаєте голосування в ООН по вопросу о территориальной целостности Украины, да? Ну вот 5 государств проголосовало, да? То есть самые отъявленные диктаторы – Путин, Лукашенко, Мадуро, Северный кореец и кто-то там пятый. Ну вот такая прекрасная компания союзников, да? То есть которые поддерживают войну. Это полностью зависит от Путина. Но посмотрите на те приготовления, опять же, возвращаясь к первому вопросу, возможно, вторжение с территории Беларуси. Вот я не зря отметил, что признали официально, что проходят вот эти мобики, которых свезли из России на подготовку на полигонах и на территории Беларуси. Да, тут, ну, это как раз и готовится, вот эта вот группа вторжения, а как иначе? То есть, причем вторжение может идти из территории Беларуси по нескольким направлениям, до 4 направлений, да, специалисты военные подсчитывают. Поэтому, да, если будет готово, а это сейчас готовится, и только активное действие вооруженных сил Украины препятствует, наверное, принятию решения, потому что но телами не забросаешь там Черноморский флот тот же, который сегодня вооруженные силы Украины тоже обозначили как цель, реальную цель, и нанесли реальный урон этому флоту российскому. Да? Поэтому чем успешнее действуют военные украинские, тем сложнее принимать Путину такое решение, потому что оно ни к чему не приведет. Вот. А так готовится все это. Лукашенко не будет отдавать приказ самостоятельно. Он будет только транслировать. Это рупор уже, это ретранслятор. Это уже не фигура. Пане Андрію, після 24 лютого Україна відчутно зрозуміла, що таке російська агентура, що таке вербовка і що таке вплив. Насправді, у нас були з цим проблеми, це правда. І, значить, не дарма керівники Служби безпеки України були звільнені, і Генеральної прокуратури. І справді російська агентура, вона була присутня. Ну, масштаб такий, насправді, ну, не могли появити після 2014 року. Але це було, це є. І я так розумію, що ми з цим потрохи-потрохи і вже майже впорались. Наскільки глибоко вкорінена російська агентура саме в Білорусі? Я думаю, что там вот вопрос интересный. Нужна ли агентура, когда они действуют вместе? Да? No. То есть там просто-напросто те вопросы, которые обычно являются целью агентуры, сбор информации или какие-то действия другие, направленные против того государства, где они работают, они полностью находятся в ведении Путина и Лукашенко. То есть Кремлю хорошо известно и состояние армии, и состояние и настроение государственного аппарата Лукашенко, потому что, ну, есть доносчики, наверное, агентура присутствует, наверное, в каких-то там, ну, специфических областях, может быть, там, в области сбора информации по настроением в обществе, но для этого используется агентура внутри оппозиции, прежде всего лукашенковская. Оппозиция очень сильно, так сказать, напичкана агентами, но это факт, это тут даже не стоит гадать, не гадать, да, за 28 лет правления диктатора в Беларуси, ну, не может не быть
агентуры в оппозиции, которая часто, в общем-то, сбивает... Задача которой, в общем, тоже сохранять, поддерживать этот режим и сохранять власть Лукашенко. А московская агентура, ну, все сведения, которые составляют в нормальном государстве государственный секрет, они предоставляются в Москве Лукашенко по первому требованию и даже без требования. То есть он же сейчас должен показывать, что он тоже что-то может. Вот он там... какие-нибудь автоматы без рожков, с которыми он бегал, может показать, как новое современное оружие и так далее. Ну, так что здесь вопрос такой, что действительно это такой, наверное, ситуации вряд ли можно представить, чтобы не было необходимости в агентуре. Я хотел бы еще вас запитати про таке. Лукашенко взагалі доверяє комусь із свого оточення? Чи да нет. Нікому не доверяє? Нет, ну это свойство диктаторов. Путин никому не доверяет из своего окружения. Наверное, доверяет какое-то время охране, службе охраны, но их тоже надо менять, потому что это опасно. Ну, посмотрите на Путина, на Лукашенко. Во-первых, они стали сдавать и сдают успешно там тех, кто был их друзьями, тех, кто привел их к власти. Ну, давайте на Путина, на примере Путина, да. История с Березовским. Это главный архитектор и финансовый спонсор был прихода Путина к власти. Что у нас сейчас там сидит, выходит, потом опять сидит Чиж, бизнесмен, который, в общем-то... Юрий Чиж, да, который снабжал деньгами Лукашенко все время, который, в общем-то, был самым близким. И остальные сейчас подозрительность возрастает, особенно в такие вот турбулентные для диктатуры времена, подозрительность возрастает, и головы будут лететь. Прежде всего, головы будут лететь у близкого круга, что называется. Мы видим, что сейчас происходит в России, да, то есть там не только, это касается не только военного руководства, которое там меняют постоянно, и увольняют, и даже убивают, я думаю. Что в смерти там некоторых бизнесменов и чинов не обошлись без службы охраны Путина и ФСБ. То же самое в Беларуси. Не может быть. Это такое, ну, как бы это натура, иначе это можно было что-то человеческое найти в этих диктаторах, а я не вижу. С приводу Юрия Чижа, там є дуже цікава історія. Вчора журналісти і білоруські, і латвійські, якщо я не помиляюсь, зробили класне розслідування про Юрія Чижа і Вітольда Томашевського. Це також олігарх, це також бізнесмен, і в них були разом спільний бізнес. І цей спільний бізнес стосувався саме нафти, російської нафти. Лукашенко давав різні преференції, вони заробляли великі гроші. Там за півтора року 5 мільярдів доларів заробили, наскільки мені відомо. Значить, і таким чином гроші, ну, фактично гроші Лукашенка зберігали у себе в кишені. От я хотів би запитати, а багато таких олігархів, кишенькових олігархів Лукашенка, які працюють саме таким чином? І я намагався знайти цих людей у санкційних списках. Такої інформації я не знайшов. ЄС або Штати якось реагують? Вот это очень хороший вопрос. Во-первых, это хорошо, что появилось расследование того, о чем мы знаем очень давно. И того, чего нам не хватало. Не хватало нам, мы были какие-то расследования по белорусским кошелькам Лукашенко, но не было расследования по бизнесменам, которые пользуются диктатурой для обогащения и живут на Западе. Вот ни одного судебного дела не было возбуждено. А их много, их десятки, если не сотни. И здесь тоже вопрос о санкционных списках. Там есть совершенно очевидные лазейки и совершенно очевидные фамилии, например, тех же кошельков, которые каким-то образом каждый раз исключаются из санкционных списков. Но я могу назвать там Александра Машенского, например, который пользуется полной поддержкой Лукашенко, который был доверенным лицом Лукашенко, кстати, как раз когда я вел свою кампанию в 2010 году, то есть он обслуживал диктатора. И он пользуется огромными преференциями со стороны, то есть в своем бизнесе. Это молочных
продуктов, это рыбный бизнес. Так что удивительно, он до сих пор является консулом, почетным консулом Исландии. Уже пресса писала об этом. Уже пресса обращалась к министру иностранных дел Исландии. Как вы можете терпеть такое? Он обладает полномочиями от демократического государства Исландии, работая на диктатора. Второй пример – это такой табачный король Тапузидис, который является почетным консулом Греции в Беларуси. Ну, это удивительные вещи, да? То есть, есть как бы все свиньи равны, но есть и те, которые более равны, да? То есть, вот для Запада, для Евросоюза почему-то действуют какие-то схемы. Ну, какие-то, я думаю, коррупционные, я не исключаю, что действуют и схемы подкупа какого-то, чтобы не включали людей в бизнесменов, работающих, кошельков Лукашенко, работающих на этот режим, не включали в санкционные списки. Но это вопрос уже, опять же, к Евросоюзу, почему такое происходит. И я думаю, что сегодня как раз тот момент понять опасность, понять того, что эти люди работают не просто на Лукашенко, они работают на войну против Украины, поддерживая тот режим, который воюет с Украиной. Ну, так вот, почему-то мы говорим об этом много лет, но реакция пока очень слабая. Андрій Олегович, у мене до вас останнє запитання з приводу майбутнього Лукашенка. Я прочитав цікаву думку від Павла Латушка, це білоруський опозиціонер, тут кажу для тих, хто, можливо, забув. І він вважає, що Лукашенко боїться відповідальності за війну, яку розв'язала Росія за допомогою Білорусі в Україні, і намагається отримати певні гарантії від Китаю. Пробачте, можливо, за наївне питання, але чи може Лукашенко... російською мовою, збіжати в Китай, так? Втікти до Китаю. Ну, это глупость. Вот эти все версии – это глупость. Никаких гарантий он не ждет и не ищет. Потому что для него нет гарантий. Мы говорили недавно только что, да, о том, о подозрительности, о мнительности, о паранойи вот этих диктаторов. Какие у них могут быть гарантии? Этот вопрос почему-то поднимается. Больше всего... Я считаю, что это вбросы какие-то со стороны как раз лукашенковских спецслужб, что он может куда-то сбежать, да, что, ну, нет у него гарантий. Деньги, наверное, он где-то держит, но есть какие-то расследования, где могут быть эти деньги. Как, часть была у Чавеса, там у Мадуро, они зарывали это под видом там строительных компаний, держали в банках, часть была в свое время в Югославии. Ну, это я, честно говоря, не владею информация, но какие-то расследования этого были. Гарантии у него не может быть, да, потому что он просто-напросто никому не может поверить. Даже если он уедет на какой-то остров, даже это не будет гарантии. Поэтому с нашей стороны всегда было одно предложение. Вот все эти долгие годы правления диктатуры, у тебя гарантии, парень, могут быть только в Беларуси. Только мы можем гарантировать тебе справедливый суд и сохранение жизни, несмотря на все преступления. Потому что довел страну до ручки, довел страну до полной нищеты по сравнению с тем, что могло бы быть в Беларуси, по сравнению с тем, как живут наши соседи. Вот. И только если решишься начать реальные реформы, уйдешь со своей... освободишь место, которое ты занимаешь для того, чтобы провести честные выборы. Проведи честные выборы, и, в общем-то, многое тебе простится. Гарантии могут быть только в своей стране. Потому что, ну, диктаторов судьба незавидная. Где бы они ни были, куда бы они ни прятались. В Китае я бы хотел, наверное, чтобы он улетел в Китай, потому что там он останется моментально и без денег, и без прикрытия, да. Ну, там тоже есть хорошие концлагеря, которые, в общем-то, скорее всего, такое будущее может ждать Лукашенко, который будет никому не нужен. Величезное спасибо вам за эту интересную разговор. Спасибо вам. Еще раз, слава Украине, живе Беларусь. Героям слава, живе Беларусь. Дякую дуже. Андрій Олегович Санніков был с нами на зв'язку. Дякуємо и до встречи. Дякую.